Ну а начнем программу с коротенького видео от нашего телезрителя Евгения. Ничего особенного, просто городские службы делают свою работу. Но после того, как Женя наложил на это видео музыку, оно превратилось в предновогоднюю сказку. От предновогоднего чуда к не очень приятным новостям. Александр Светлик вышел на улицы города и прочитал кировчанам не очень приятные новости, но попросил их найти в этих новостях что-нибудь хорошее. Рубрика «Все отлично». А у меня все отлично. Минфин кредитует Кировскую область на 14 миллиардов рублей. О, это отлично. Есть способ взять карманчик. Ну, то есть появится больше красивых автомобилей. Естественно. И город из-за этого станет красивее. Красивее, да. Как у нас, если до нас деньги дойдут, может и красиво поживем. Если до нас дойдут. Дипломаты говорят, что санкции против России будут продлены. Отлично. Будем больше своей продукции вырабатывать. Какую вы будете вырабатывать? Мясо. Так. Будем свою картошку есть. И помидоры. Цены на бензин в 2017 году вырастут до 43 рублей за литр. Ну отлично, почему? Экология улучшится. Экология улучшится? Совершенно верно, да. Что, люди станут спортивными? Спортивными, меньше будут ездить, больше двигаться. Лошадь купим. Минэкономразвитие предложило снизить цену на алкоголь. А? Новый год будет удачный? Не важно, какие цены, все будет отлично. Выпить найдем всегда. Совершенно верно. Минэкономразвитие предложило снизить цены на алкоголь. Это очень хорошо. Тут без вопросов, тут без комментариев, все отлично.